Юрий, пару слов. Миноксидилом обработал лицо. Там мне больше делать нехуй, братан. Здорово, Серега, здорово, Гоша. Всем привет, пацаны. Юрий, привет. Юра, тебе привет. От Мемета. От кого? От Мемета. Тебе тоже. Ширная жопа нужен лэп-дэнс. Юра поселился вот в такой квартире замечательной. Юра, что скажешь? Что скажешь по этому поводу? В центре будешь, конечно, буду. Я принял тебя, Георгий. А? Я Гоша сказал. Чё? Всем привет. Мы начинаем продавать героин с тоналом киллера. Долбоёб, блядь. Здорово, Павлик. Привет. Он мемет сказал, что на осенних Тбилиси согласен уже. Поехали. Мне кажется, надо делать. Погнали. Чё? Георгий. Да Мемец сказал, что на осенних в Тбилиси готов полететь. Мне кажется, надо делать. Я заболел. Хуёво. Ты завтра будешь, Павлик? Привет. Я всех собираю, мы едем на 1 сентября. Наш университет джаз. Я у Юры. Давид, конечно, зарос пиздец просто. Павлик, ты будешь завтра? Да нет. Павлик. Павлик. Я понял тебя. Да я сейчас буду на тачке. Я сегодня залететь туда хотел, чисто потроллить всех, но не успел. Машину забрать там долго надо было ехать. До Гурама. Они в 9 утра там собирались, какую-то клоунаду там устроили, блядь, хуй знает. Я не поехал. Ну, может, заберу, если я поеду от Никиты, мне как раз по пути. Если мусоров не будет, я заберу. Хотя, ладно, похуй на мусоров, короче. Похуй, можно и в обезьяннике, в принципе, 15 суток посидеть. Машину или вообще что, как будет Гурам, кто мне тачку даст. Если Гурам, он сегодня будет дома, поэтому я, блять, от дома поеду, сука, чуть не спалился. Дианон, Георгий, что расскажешь интересного? Ты ничего. Сегодня опять купил наркотиков. Блять, такой долбоёб. Ладно, в GTA. Женщина, ты правда думаешь, что можешь стать выше, чем мои дела, пока мне не родила? Да, Давид Экзол же так боится свата, так боится спортиков. Только не это. Здорово, Игорь. Да, здорово, Игорь. О, здорово, Роман.
Ладно, Георгий, я думаю, нам пора заканчивать. Да, надо спать уже. Время видел сколько? Ладно, друзья.